российской мини-футбольной суперлиги. И сегодня с действующими лицами, тем более по сравнению с вчерашним поединком, претерпели изменения составы. Сегодня на них также новая генерация рассчитывать не может. Алексей Степанов главный. Этого все было рядом, все было как вчера. Он отличался скоростными заходами. Вот и сегодня для этого ему пришлось подкатиться, докатиться. И вот примерно с этой позиции. Вчера он счет открывал, сегодня для этого ему пришлось подкатиться, докатиться. И вот примерно с этой позиции. Вчера он счет открывал, сегодня в атаке, ну, такое неспортивное поведение в какой-то степени. Не то чтобы злостное. Ни тот, ни другой тренер не присаживались ни на минуту, ни на Балашова сыграть. А Балашов все чаще и чаще принимает решение в виде атрибутика и болельщика. Ну а мы смотрим. Турчин мощно на силу. Это мячом поразил пустые ворота, но тоже сделать это надо суметь в дальний угол ворот. За действиями 77-го номера новой генерации мощный удар. За действиями 77-го номера новой генерации мощный удар, но опять все. Команде из Норильска. Так же, как и Балашов. Кузьминых найдет момент для удара, нашел, но погасил Алибеков. 5 метров отвести мини-футбола. Какую классную комбинацию сейчас разыграли норильчане. И вот когда уже обе команды набрали игровой тонус, выцеливал. На последней минуте, буквально за несколько секунд до того, как команды должны были отправиться на перерыв. К центру площадки даже заходил на половину поля новой генерации. Вот такие дальние угол. Алекс себе под левую ногу, дальний угол и эффектный сейв Гайнатуллина. Вот теперь и он. Алекс себе под левую ногу, дальний угол и эффектный сейв Гайнатуллина. Вот теперь и он. Россиян. Турчин может отсюда пробить, но дальние удары для него не являются каким-то камнем преткновения. Передвижение, и в итоге один из футболистов оказывается на ударе главного тренера Евгения Куксевича, который, повторюсь, Сыктывкар по объективным причинам не при встрече. Смотрим за выходом один на один. Алибеков, Нанда! Мощно, ну там накануне завершили первую встречу. Сейчас параллельно с нашим матчем идет противостояние. Ну и Алибеков, ко всему прочему, конечно, очень искренне извинился перед дальних ударов Турчин. Ну, по традиции активен. Ох, сейчас красная карточка будет Балашову. Поворотом белый Балашов, я думаю, Новик и Ильин. Четверка новой генерации. Сейчас очень важно, что будет. Новик и Ильин. Четверка новой генерации. Сейчас очень важно, что будет. Нужно еще какое-то время, разумеется, Шевченко, чтобы войти в игру, но поприятнее. Впрочем, удары. Поприятнее. Впрочем, удары. Продолжается сценарий вчерашнего матча. Ошибается Турчин. Алекбеков над плечом. Эту история. И завтра пройдут матчи чемпионата столицы Коми.
главного. Здесь вдвое, поскольку, как мне кажется, пока команды в такую доигровку начали вопросы о победителе. Но его еще нужно забить. Удар! По иной тактике отражает, оставаясь на линии, но... Удар Санасяна. Гайнатулин все-таки в ноги. Нанда! Какой пас вырезал. Может быть, не столь ярк. Кузьминых. Снова прямым ударом. Да, на сей раз ближний пользуюсь служебным положением. С удовольствием поздравлю вас всех с наступающим Новым годом. Роман, в комментариях. Я предлагаю оставаться в зоне к футболистам, тренерам, судьям. Ну и вообще друг другу. А вот и гол.